Ой, доброе утро, Саш. У тебя что вообще на голове? Ты готовишься к съемкам в каком-нибудь историческом фильме? «Война и мир», может быть? Очень тебе смешно. Пошло бы очень. Плотников. Между прочим, в этом сезоне в тренде шляпы и шапки из прошлого. Так что я от моды не отстаю, ты ничего не понимаешь. Очень сомневаюсь, ребята. Ты вот в этой вот шляпе, честно говоря, ну вот, на, простите, на шапокляк. Да, смахиваешь. Уши открыла опять же ветрам. Ну что за дела, осень на дворе, ты бросай-ка мне эти тренды. Ты ушки-то береги и утепляйся. Ох, доброе утро, губерния. В этой студии вас приветствует ворчун Женя Плотников. И легкомысленная Саша Байдачная, которая, очевидно, заморозила свои уши. Ты знаешь, а мне не холодно, меня прическа греет. О прическах, шапках, шляпках и других изобретениях для нашей головы мы сегодня и поговорим. А мне-то, в общем-то, похвастаться нечем, меня мои волосы не греют совсем. Вот, знаешь, мне бы вот косу бы до пояса бы. Женя краса. Русская коса. Вот, зря, вот так зря, вот я буду зря, про тебя ты, говорить. Зря ты иронизируешь и смеешься. Вообще-то косички уже давно перестали быть чисто женской прической, да? Да, парни тоже плетут косы, и выглядит это очень даже мужественно. Ну, что-то в этом есть. А я, знаешь ли, всегда мечтала отрастить волосы до пояса, коса до пояса, даже можно длиннее. Знаешь, чтобы как у Златовласки по ним принц поднимался ко мне. В окошко. Хороший ход. Даша Губанова из Барнаула уже почти воплотила эту мечту. Она 13 лет отращивала косу, и результат действительно сказочный. Осталось женихов дождаться осталось. Боже мой, как же ей неудобно с такой косой жить. Это я тебе скажу. Проверь на собственном опыте. Но, дорогие друзья, если у вас нет такой косы, ничего страшного, поможет идея надувных шляп. Это проект фотографа и мастера надувных шаров, которые путешествуют по всему миру и дают примерять надувные шляпы всем желающим. Ну что, это тоже интересный вариант, такую бы шляпку ну, я бы надела. Знаете что, главное, чтобы вот в такой ветер не сдул. Вот, кстати, о ветре, что у нас там с ним сегодня? Давайте-ка дадим слово синоптикам, о погоде поговорим. Облачная погода ожидается в регионе во вторник. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица, сообщают синоптики. Температура воздуха опустится до минус 3 градусов, на севере и западе минус 1, минус 2, на востоке и юге 0, минус 1. Ночью в Самаре и Тольятти минус 2, днем температура не изменится. Ветер будет дуть юго-восточный 7-12 метров в секунду. В губернии уже достаточно холодно, поэтому пора, друзья, утепляться и надевать шапку. Но вот какую выбрать? Вот в чем вопрос. Мы прошлись по магазинам и выявили несколько трендов. Итак, вязаные шапки, тюрбаны в моде сейчас, меховые шапочки в стиле Анны Карениной. В общем, мне кажется, можно носить все, главное не мерзнуть. Ну, это всегда актуально. А куда деть меховую шапку, если летишь на море? На этот вопрос наконец-то нашелся правильный ответ. В международном аэропорту Курумыч появился гардероб для пассажиров, вылетающих в жаркие страны. Теперь курортники смогут оставлять теплые вещи на хранение, вместо того, чтобы упаковывать их в чемодан. И зачем в теплую страну везти свою огромную шапку и меховую куртку или пуховик? Услуга действительно круглосуточна, с ноября по март. Знаете, вот снимаю шляпу перед этой новостью. Согласна с тобой. У меня тоже хорошая новость. 3 ноября с 19.00 до 23.30 в Художественном музее пройдет «Ночь искусств». Самарцев ждет арт-квест по музейным залам в компании с Пикассо, художниками-футуристами и таинственными духами. Ну, а также в программе мастер-класса, экскурсии, просмотр фильмов и живая музыка. Приходить можно в карнавальных костюмах. Даже это приветствуется. 4 ноября в Самаре на площади Куйбышева будет праздноваться День народного единства. Уже с 8 утра откроется ярмарка фермерских товаров, где можно будет продегустировать что-нибудь очень вкусненькое и, конечно же, экологичное. В 11 состоится концерт, с 12 до 15 представление «Танцующая техника». Можно будет погрузиться в атмосферу и покружиться в
вальсе с каким-нибудь экскаватором, который вам понравился. Я думаю, такое, конечно же, пропустить нельзя. Еще на площади можно будет нарядиться в национальный костюм и сфотографироваться. Ну а для поклонников спорта приготовили настольный футбол, хоккей, армрестлинг, мастер-класс по футбольному фристайлу. Ну а прямо сейчас нас ждет спортивный мастер-класс от нашего фитнес-инструктора. Все на зарядку, дружно поехали! Доброе утро! Представляем вам мини-комплекс на растяжку. Но перед тем, как приступить к этим упражнениям, обязательно разогрейтесь. Начинаем с боковых выпадов. Поехали! Лево, право, еще немного. Угу. Таз назад. Молодцы, колено не выходит за носок. Останавливаемся на левой ноге, пружиним. Угу. Еще немного правой. 4, 3, 2. Еще раз делаем. Угу. Молодцы. Правая. Молодцы. Еще чуть-чуть. Поворачиваемся. Левая нога. Угол 90 градусов. Правую вытянули. Колено вниз. Давайте попружиним. Еще чуть-чуть. Колено вниз. Молодцы. Задержались в этом положении. Кто-то может опустить локти. Тянемся. Еще немного. Молодцы. Следите, чтобы колено не выходило за носок. Поднимаемся. Ногу на колено. Правую ногу на колено, угол 90 градусов. Левую выводим вперед и наклоняемся. Тянемся хорошенечко. Еще чуть-чуть. Молодцы. Еще немного. Теперь подъем. Начинаем пружинить снова. Правая, левая. Еще чуть-чуть. 4, 3, 2. И уходим на другую ногу. Правое колено строго под пяткой. Левая нога сзади. Две руки. Тянемся. Еще немного. Можно также опять опустить локти. У кого как получается. Еще чуть-чуть. Подъем. Молодцы. Левую ногу ставим в угол 90 градусов. Правую вытягиваем. Наклон к ноге. Еще немного, тянемся. Молодцы. И из этого положения можем уходить на шпагат. Выполняйте этот комплекс регулярно. Хорошего всем дня! Самый актуальный вопрос для девушек в холодное время года – ну какую же прическу носить под этой пресловутой шапкой? А я тебе расскажу. Далеко ходить не надо, делай все ровно так, как делали наши предки на Руси. До замужества девушка могла надеть на голову обруч или даже венец. Девушки заплетали одну косу, и если вплетали в нее ленту, это означало, что к ней можно засылать сватов. Если лент было две и начинались они с середины косы, значит, у девушки уже есть жизнь. Жених. Вот так вот все тонко. Но когда девушка замуж выходила, ее подружки с воем переплетали одну косу в две. Наверное, от зависти плакали. Ну, а может быть, жалели невесту, потому что свои косы она в замужестве должна была прятать под платком. Ну, такую красоту скрывать. Вот считалось, что красивые женские волосы обладают мощной притягательной силой, и видеть их может только муж, посторонний, ни в коем случае. Иногда косу девушка отрезала перед вступлением в брак и вручала своему супругу как символ тому, что она отдает ему свою жизнь, и вот уже под платком, который она начинала носить, отращивала новую жизнь, в смысле косу. Ну, знаешь, девическую косу использовали как оберег, и муж мог взять ее с собой в сражение. Ну, а лучший оберег от плохого настроения – это наш календарь губернии. Только добрые и хорошие истории. На календаре первый день ноября. 1 ноября 1863 года в Самаре состоялось открытие Никольского или Николаевского мужского монастыря, который был основан за несколько лет до этого. В то время он занимал уже довольно большую территорию. А сегодня о Никольском мужском монастыре, разрушенном в первые годы советской власти, напоминают лишь каменные ворота на улице Осипенко. Когда-то они служили центральным входом в обитель.
Первый день ноября подарил миру множество талантливых людей. Вот некоторые из них. Русский князь, военный и политический деятель, национальный герой России Дмитрий Пожарский, советский актер театра и кино Сергей Столяров, известный фигурист, чемпион Европы и мира, наш земляк Алексей Тихонов и прочие знаменитости. День ангела сегодня у Дмитрия, Ивана, Леонида. А по народному календарю сегодня Иванов день. С этого времени частенько начинались настоящие морозы. Оттого принято было прощаться с осенью. Домовые, что жили в конюшнях, в этот день шалили. Пугали жеребцов, так что те взвивались на дыбы, спутывали гривы кобылам. Хозяева лошадей на Ивана не трогали, давали отдых. А вот куриное поголовье сокращалось. Ведь в Иванов день готовили много птичьего мяса. Жареного да пареного, да в бульонах и в супах. На стол подавали и курники. Такой он, первый день ноября. Проведите его с улыбкой. А вы можете стать участником нашей телепередачи. Все просто. Для этого нужно прислать свои фото или видео в нашу группу ВКонтакте, которая называется «Утро губернии». И тогда вы прославитесь тем, что продемонстрируете свои яркие кадры в соответствующей рубрике. В ярких кадрах сегодня мы любуемся фотографиями Алексея Авдеевича. Авдеичева. Прошу прощения. Река Сок, осенние пейзажи, который доказывает, как иногда полезно слегка заблудиться. Из любопытства Алексей свернул на незнакомую тропинку и оказался в совершенно новой локации, из которой привычные места предстали с другого ракурса, местами весьма интересными. Ведь все мы были на реке Сок. Конечно. Ну вот, наверное, в этом и заключается мастерство фотографа. А ты знаешь, что китайская принцесса благодаря своей шляпке занималась промышленным шпионажем вообще-то. Она вывозила в ней, в этой шляпке, коконы шелкопрядов из Китая в Европу. И так они стали известны в Европе, и все секреты она выдала. А наша Марина Баркова узнала секреты резьбы по дереву, но запрятать под шапку их ей не удалось. Все интересное она прямо сейчас нам расскажет в своем сюжете. У нас идет, например, змейка. Вырезали, да, сияние или розетка, смотрите, то есть это сияние, видите, оно у нас идет циркулем мы делали, да. Другая, значит, у нас просто идет прямое сияние, да. Ну, смотрите, то есть мы все время к центру треугольника делали. Неизменный центр притяжения для подростков села Приполовенко – мастерская Степаныча. На уроки резьбы к учителю труда, физкультуры и ОБЖ приходят целыми классами. Бойкие приполовенские девчата стараются первыми занять место у фрезеровочного станка, чтобы освоить сегментное точение по дереву. Валь, у тебя летит стружка в сторону, не на тебя. То есть, если ты правильно будешь делать, даже очки тебе не нужны, потому что у тебя будет отлетать куда-то в сторону. Да? Видите, я без рывков ровно веду. Парни с особым усердием налегают на резец, ведь наставник заявил, треугольно-выемчатая резьба – это основа основ. Начиная с простейшей геометрии на дощечке, юные приполовенцы уже к 9 классу осваивают малые архитектурные формы. Вы видели глаза этих детей, какие они счастливые. Когда он стоит, работает, у него получается. Он острым инструментом работает, который стружка идет ровненько, все аккуратненько, рубаночка идет, там стамеска режет, пила пилит. Потому что я сам, когда учился, мне дадут тупой напильник, вот я целую четверть им пилю. Никакого интереса не было. А это интересно, им очень интересно. Я сам больше их, наверное, радуюсь. Владимир Степанович Жуков прикипел к школе еще лет 20 назад. Начинал в соседнем селе Натальино, столяром и плотником. Потом перебрался в Приполовенку, в заполненную станками школьную мастерскую. Признается, современная обучающая программа по технологии не для сельчан. Местный житель должен уметь делать своими руками все то, что городской может купить в супермаркете. Жуковские подмастерья начинают с вытачивания швабры скалок, а из школы уходят с роскошными коллекциями резных шкатулок и сахарниц. Начала с вырезания шкатулки, потом перешла на выжигание, потом опять шкатулки. И вот заготовки нужны. Нужно их приобрести. Потом их нужно склеить между собой, чтобы получить вот такой вот кружок. Потом эти кружки нужно склеить между собой. Нужно время. Мы ее вытачиваем, придаем ей форму, потом ее шкурим. Вот. И, ну, какие-то там, может быть,
какие-то погрешности исправляем, и маслом с воском мы ее покрываем, и все, и готова она. Школьному набору токарных, сверлильных и фрезерных станков может позавидовать любой технический колледж. Инструмент и деревянные заготовки Степаныч перед каждым занятием затачивает и подбирает сам. Как правило, для жуковских шедевров хватает обрезков строительного мусора. Вот пенек какой-то валялся, мы его срезали, вытащили. Красивая вещь получается. Ну, это просто обычный карагач. То есть он... Стоял тут у нас деревья спилили, вон в окно их даже видно, там беньки стоят. Мы, кстати, с девчонками пробовали, давайте, что получится. Получилось, вроде точится не очень, а когда покрыли маслом, текстура поднялась. Довольно красиво получилось. Бывает, что найденное полено с необычной фактурой дерева не дает мастеру заснуть. В этом случае преполовенский папа Карло спешит в школу. Именно там в порыве вдохновения рождаются уникальные образцы для детских работ. Осенит что-то, я приду, даже ночью сюда. Слава богу, у меня вход отдельный. Попробую, ага, получилось, сделал, все, теперь я буду к детям приставать, чтобы они это так же делали. Говорят, он тут по ночам колыми что-то зарабатывает. Я ни одной их не продал. Марина Баркова, Андрей Авдеев, «Утро губернии» из Безенчукского района. Один гигантоман по имени Виталий Видаль в 2006 году связал крючком шапку диаметром 2 метра и окружностью 6 метров. И, в общем-то, с этой шапкой попал в книгу рекордов. Я предлагаю продолжать в таком же направлении и связать на спицах гигантский свитер, к нему вырезать из какого-нибудь баобаба гигантскую гитару, набор барда-великана готов. Я думаю, что он будет иметь гигантский успех на Грушинском фестивале. Ну а пока скромная в размерах, но очень душевная рубрика «Грушинское утро». Заправлены в планшеты космические карты, и штурман уточняет последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, закурим перед стартом, у нас еще в запасе 14 минут. Я верю, друзья, караваны ракет мчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Когда-нибудь с годами припомним мы с друзьями, как по дорогам звездным прошли мы первый путь, как первыми сумели достичь заветной цели и на родную землю со стороны взглянуть. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Пускай нас ожидают далекие планеты, холодные планеты, безлюдные поля, но ни одна планета не ждет нас так, как эта планета дорогая по имени Земля. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы.
У нас в гостях Алена Вельмина, визажист-стилист. Доброе утро, Алена. Доброе утро, Алена. Доброе утро. Ну, рассказывайте, какие тенденции в прическах сегодня? Что модно носить? Сейчас очень модные, мягкие, нежные волны, локоны. То есть тенденции такие очень естественные. И это, мне кажется, облегчает иногда утром сборы, когда можно сделать буквально несколько волн, слегка... Ну, растрепать руками волосы, одеть красивый головной убор, который нравится, потому что сейчас уже холодно, и нужно об этом думать. И просто выйти на улицу свежий, естественный и красивый. Как добиться этих естественных локонов? У когда... меня спрашивают, да? Когда у тебя абсолютно прямые волосы, есть какие-то хитрости? Ну, хитрости здесь такие, что нужно все равно беречь волосы. И, конечно, часто, может быть, не стоит этого делать. Но если очень хочется, то можно использовать плойки или утюги, кому что удобнее. Я, например, чаще использую утюг. По моему мнению, все-таки волны на утюг, какие-то локоны, может быть, они держатся чуть дольше. А можно с обывательской такой позиции, с мужской плойкой? Плойки, это не вредно с утюгами-то? При постоянном использовании, да. Волосы начинают сохнуть и, конечно, сечься, поэтому я все-таки за то, чтобы периодически давать волосам отдохнуть и использовать хорошие средства для того, чтобы была защита, термозащита именно при укладке волос. Есть ли какие-то прически, которые выгодно одевать под головной убор, ну, скажем так, чтобы потом быстро, легко привести свою прическу в порядок? Сейчас вот на прошедших неделях моды было очень актуально различные варианты кос, косоплетения, и причем такие более растрепанные варианты, поэтому я думаю, что можно использовать косы как вариант именно прически под шапку, пучки, так, чтобы, например, как у вас сейчас, на одну сторону, и аккуратно одеть головной убор, при этом будет видна прическа. И, допустим, какие-то также мягкие волны, и в зависимости от того, какой головной убор, уже обыграть, как будет смотреться это, например, спереди. Какие-то мужские тенденции есть в моде? Или всегда главное, чтобы... Да, в общем, ничего главного и нет. Нет, мы с вами смотрели на замечательную фотографию. Он был чистый, наверное, вот так вот. С косами у мужчин, ну что? Да, кстати, сейчас пучки и косы актуальны как для мужчин, так и для женщин. И это, на самом деле, очень интересно, когда мужчина, может быть, очень аккуратно, например, там, интересно выберет, у него борода, при этом какой-то небольшой такой объемный получается чуб, и из него идет колосок. Мне очень нравится эта тенденция. Отращивай косу. Есть какие-то способы быстро привести себя в порядок, когда ты пришел после улицы в теплое помещение и снял все-таки уже головной убор и немного растрепался? Ну, я использую два варианта. Если, например, это локоны или вообще волосы волнистые у девушки, можно просто хорошо растрепать именно около корней. Или даже если это были локоны, они начинают, когда распускаться, очень хорошо помогает просто еще чуть больше их растрепать, появляется объем у прически. А если, допустим, волосы были прямые, что-то под шапкой как-то уже уходит, то я предпочитаю либо хвост, либо какой-то легкий пучок небрежный. Я думаю, что в этом сейчас очень выгодно. В моде то, что можно добавлять какие-то такие небрежные элементы, это супер актуально, в тренде и смотрится очень мягко и, естественно, нежно. А есть какие-то аксессуары для волос? Да, вот, допустим, этим летом были очень актуальны различные аксессуары. Они как бы получаются как из проволочки, и на них различные элементы выполнены из бисера, бусины, различных страз. Это очень удобно вставлять в любую прическу. То есть в зависимости от того, как он расположен на голове, восприятие сразу меняется. Можно сделать более вечернюю или, наоборот, такую нежную, женственную, даже для каждого дня. И выглядеть очень классно. Ален, какую шапку прикупить к зиме? Актуально. Теплую. Такую. Теплую? Чтобы еще и модная была. Мне нравится сейчас тенденция еще шляп у девушек. Она пошла. Я сегодня примеряла, между прочим. Жене не понравилось. Почему? Ну, потому что она выглядела, как Анна Каренина. Уже перед самым ее, так сказать. Шапокляк хорошо, ладно. Шапокляк, да. Ну, то есть получается, что ретро-стиль Анна Каренина, шапокляк наши ретро-иконы. Получается, что ретро-стиль сейчас в моде? Да, 20-е годы, 30-е, такие очень аккуратные волны возле лица, очень актуальны. Так что да, можно даже обыгрывать как-то шляпа, это же холодно.
Ну, красота иногда требует. А, сказали теплую сначала, а потом видите как. А я вот смотрю, у вас на волосах очень яркие, интересные пряди. Что это? Расскажите об этом. Летом была такая тенденция, которая сейчас еще пока актуальна. Яркие различные элементы в волосах. Либо полностью окрашивают волосы в какие-то такие цветные варианты, либо пряди. Мне захотелось чего-то легкого такого, яркого. Я выбрала просто несколько прядей. Но это поднимает настроение не только мне обычно. Поэтому. Еще такой вопрос, Алена. Холодное время года, волосы страдают, видимо, от холода тоже. Как за ними ухаживать? Пару советов, чтобы было легче перенести. Да, в первую очередь увлажнять, то есть какой-то хороший комплекс шампуня, кондиционера, маски, чтобы снять, если, например, антистатический эффект появляется. Здесь тоже есть спрей для волос, который можно использовать. Они очень хорошо с этим справляются. И есть еще маленькая хитрость, которую научила меня коллега. Если волосы сильно магнитятся, можно намазать руки кремом и просто провести по волосам. И очень помогает. Намазать руки кремом и просто провести по волосам? Да, крем для рук, и просто вы проводите по волосам немножко, все уходит. Весь пушок. Лайфхаки, это очень классно. Мне очень пригодится. В том числе спасибо большое, что к нам заглянули сегодня. Ну, будем соответствовать этим всем тенденциям, трендам. Кстати, это важно соответствовать трендам? Или все-таки важнее? Ну, с одной стороны, важно, с другой стороны, нужно понимать, какие тренды подходят именно тебе и не переусердствовать с этим. Вот здесь вот. Мне кажется, акцент нужно сделать именно здесь. Спасибо большое, Алена. Спасибо, Алена. Хорошего дня вам. Постараемся, честно постараемся. Крем уже запасаем. Мы очень скоро вернемся в эту студию. У нас прямо сейчас новости. В эфире новости губернии, в студии Татьяна Потоцкая. Доброе утро. Финальный этап ТЭФИ-регион открыт. Торжественная церемония прошла накануне в Тольяттинском госуниверситете. Наши съемочные группы продолжают работать в режиме нон-стоп и рассказывать о самых интересных событиях конкурса в нашей рубрике «Дневник ТЭФИ». Омск, Уфа, Краснодар, Владивосток и, конечно, Самара. В общем счете более 600 работ прислано на суд телеакадемии в этом году. Абсолютный рекорд, чуть позже скажет, открывая конкурс, главный организатор Этери Михайловна Левиева. 15-й юбилейный всероссийский конкурс ТЭФИ «Регион» можно считать открытым. Тольятти в этом году принимает финальный этап конкурса в направлении просветительское и развлекательное вещание. Прислано 334 работы. Это научно-популярные программы, ток-шоу, документальные, исторические фильмы. Телекомпанию «Губерния» в этом году представляют 6 номинантов. Это мои коллеги, авторы проектов «Секреты космической столицы», «Хроники пропавшего штурмовика», «Бездельники», а также программы «Утро губернии», «Неограниченные возможности» и «Точки над И». Я думаю, что участие в этом конкурсе, оно не означает, что непременно надо победить. Потому что даже сам факт того, что журналисты подают свои работы, сам факт того, что они готовятся к этому, думают об этом и пытаются высоко держать планку, это значит очень много. Держать планку. Тут есть у кого поучиться. Антон Привольнов, Игорь Угольников, Александр Любимов в программе «Мастер-класса от метров отечественной журналистики». Профессиональная журналистика высокого класса совершенно необходима обществу, чтобы понять, что происходит, что творится вокруг, и принимать правильные решения. Так что нет, журналистика серьезно никуда не денется. Собственно, поэтому-то конкурс интересен не только нам, профессиональному сообществу тележурналистов, но и для всех зрителей. Тем более, что темы программ, как правило, актуальные или вечные. Кем стоит гордиться, что смотреть и за кого болеть. Подробности в ближайшие 3 дня в рубрике «Дневник ТЭФИ». А прямую трансляцию награждения финалистов покажем 2 ноября в нашем эфире. Нина Ванина, Сергей Александров. Новости губернии. Тольятти.
Самарские ученые стали академиками РАН. Новый список был утвержден на общем собрании по итогам выборов. Академиком отделения нанотехнологий по направлению оптические системы и информатика стал президент Самарского университета, председатель региональной общественной палаты Виктор Сойфер. Еще один преподаватель вуза Федор Грешников стал академиком в отделении химии и наук о материаловедении. Еще двое представителей региона, ректор Национального исследовательского университета имени Королева Евгений Шахматов и директор Института сельского хозяйства Сергей Шевченко стали членами-корреспондентами Российской академии наук. О здоровом образе жизни с помощью фотографий рассказали профессионалы и любители, участники областного конкурса «Здоровый я, здоровая губерния». Конкурс прошел при поддержке областного Минэкономразвития в рамках проекта «Здоровая губерния». Из сотен присланных работ жюри отобрали 30. Одни рассказывают о преимуществах занятий спортом и активного досуга, другие высказываются против вредных привычек. Один из лауреатов – Николай Синелев, фотокорреспондент газеты Красноармейского района «Знамя труда». Интерес к фотографии у него появился еще в школе. Рассказывает, больше всего любил фотографировать лошадей. Однако по специфике работы пришлось освоить разные жанры. И привлекает вот динамика. Там момент неожиданный. Вот надо тошку съемку находить и ждать этот момент. Бывает там, ну, год, если 2-3 снимка уродишь, это большой плюс. Ну, какого-то такого колоссального удивления я не испытал, скажем честно. Я думаю, что удивление, катарсис и все остальное еще впереди. Ну, есть хорошие работы, это уже, но не все, скажем так. Ну, хотя это считается, конечно, сложная съемка, требующая специальной аппаратуры, объективов, реакции, знания предмета. И пока на этом все новости. Увидимся. Доброе утро, губерния! В студии снова ведущий Саша Байдачный. И Женя Плотников. И мы сегодня следуем правилу «одна голова хорошо, а в шапке лучше». Мы решили разобраться, а есть ли какие-то температурные рамки, при которых обязательно нужно одевать шапку, и спросили об этом врачей. Вообще большую роль играют погодные условия. Иногда при температуре 18-20 градусов тепла и сильном ветре все равно шапка необходима. Ну вот это прям история, и как у Ирины снег. Горбачевой. Да. Блин, все равно шапку не надену. Слышишь, зима, не надену шапку. Ветер, я тебя победю. Да, забавная девушка. Но все-таки температурным порогом, при котором следует утеплиться, врачи считают 10 градусов тепла. Кстати, довольно тепло. Независимо от ветра, солнца и дождя. А, друзья, ну а утепляя детей, тоже будьте внимательны. Вспотевший ребенок на улице – это так же плохо, как и замерзший. Есть хорошее правило от педиатров. Одевайте ребенка так же, как себя, плюс одна кофта. Угу, учитываем это. И вообще-то без шапки зимой обычно любят разгуливать женщины, которые не хотят портить свою прическу под шапкой. А говорили в таком случае об этом уже. Придется выбирать, либо тратить время и силы на укладку, либо время и деньги на лечение кожи головы, пострадавшей от холода. Низкие температуры вызывают сужение сосудов, а это, в свою очередь, приводит к ухудшению кровоснабжения и питания волосяных луковиц, отсюда сухость кожи Да. Уже напугал. Сухо. Напугал уже будет, меня. Что будет сухо, плохо и получается, горько. Зимой нужно нагло, что ли, стричься? Ну нет, ну зачем так радикально? Есть и другие варианты. Сейчас снова стали, например, модными прически 60-х, 70-х годов. Такие, ну, как нам только что гость рассказал, небрежные пучки. Очень странно, что я это знаю, но я действительно знаю. И такие прически действительно не боятся шапок. Да, действительно, аккуратные локоны, бабетты, гладкий пучок, прически бабушек идут и современным девушкам. Это очень актуально. А современной девушке Татьяне Пеценой очень идет работа репортера. Когда смотришь ее сюжет, ты забываешь совершенно обо всем и даже о том, сколько же у тебя там этих волос-то на голове. Стиральные доски, металлические корыта и деревянные стулья – повседневные предметы фантастической реальности. Связанные между собой бечевкой, выжженные огнем до дыр или вот такие, укутанные в теплое резиновое одеяло. За кажущейся сложностью таится очевидный смысл. Человеку 21 века важна не столько внутренняя красота, сколько внешняя оболочка.
Выставка пермских художников «Взгляд на вещи» открылась в галерее «Виктория». Русский человек способен из своего бедного быта, да, из простых вещей создать мифологию, создать какую-то красоту, мистифицировать все. И вещи, которые вы здесь видите, произведения, которые вы здесь видите, это цитаты обычных вещей, которые нас окружают, но увеличенные в размерах, в них пышет жизнь, да, они оживают, они становятся какими-то мистическими, волшебными, удивительными, загадочными, а мы начинаем на них смотреть под другим углом. Вот этот другой, свой такой собственный взгляд русского человека на прозаические вещи, об этом выставка. Инсталляции и скульптуры из коллекции Музея современного искусства. Пермские художники взглянули на привычное по-новому. Ископаемый уголь как графический материал. Черные поношенные башмаки отсылают к знаменитой картине Ван Гога. Тут уже эксперименты с металлом. Произведение Анны Желудь, которое показано на выставке, это работа из серии «Тяжесть бесплотного». Работа, которая выполнена в очень странной технике, в очень странной технологии. Это рисунок линейный, графический, который овеществляется в очень грубой материи. Электрический чайник и консервный нож погружают в быт типичной коммуналки. Хочется высоких материй? Добро пожаловать в янтарную комнату. На первый взгляд, не иначе, как драгоценный витраж. Но на деле куски хозяйственного мыла, прикрепленные к стеклу старой оконной рамы. Мне очень понравилась экспозиция, которая находится на данный момент за стеной, потому что она очень интересно показывает лично для меня более такой практичный вопрос преломления света в зависимости от плотности материала. Но с точки зрения искусства это тоже интересно. Лейтмотив выставки – инсталляция «Дорога». Дрожат шторки в купе вагона, плещется чай в фирменных подстаканниках. Поездка в отпуск или бегство на волю? Кому что больше нравится. Выставка «Взгляд на вещи» открыта в галерее «Виктория» до 8 декабря. Татьяна Пецина, Виктор Соколов. Программа «Утро губернии». У нас в гостях Юлия Кузнецова и Александра Лупчинская, ведущая мастер-класса по платкам. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, почему платки, чем они так хороши? Почему не шапка? Вот такой вопрос сразу. Лоб. Почему вы занимались именно платками? Ну, у каждой, наверное, своя история. Я, например, начала заносить платки, поскольку стала интересоваться народным костюмом. Mm-hmm. Поэтому стала понимать, в чем смысл платков, что все на народности головные уборы женщин именно покрывали голову, и платки это были разного и размера, и цвета. Вот, и я понимала, что там есть глубина, поэтому решила попробовать на себе самое лучшее. Угу. Метод. Ну вот вы спросили, почему платок, а не шапка, да? Ну потому что, смотрите, здесь чисто утилитарно рассуждать. Ну сколько красивых, ярких шапок может позволить себе современная женщина? Ну если это мех, например, да, ну две, ну в конце концов это накладно, да? Так. А платки, знаете, платки можно покупать в большом количестве. Платки даже можно делать самим при желании, головные уборы. И под каждый наряд, под каждую новую юбку, под каждые туфельки у тебя будет свой платок. Сегодня у тебя такой образ, завтра у тебя такой образ, и каждый раз ты его меняешь. В том числе его можно комбинировать и с шапкой. То есть это пространство вариантов. Вот Саша упомянула, затронула тему платка в культуре различных народов. Вот какую роль занимал платок у разных народов? Конечно же, в России. Да. Если сказать в общем, то платок, он, как правило, является оберегом. То есть он оберегает женщину от внешнего мира, так можно сказать. Да? В народе женщина имеет образ сокровища. Такое сокровище, которое нужно оберегать. И неспроста практически любой народ, если рассмотреть, да, вот платки, имеет очень такой красочный, яркий и сложный рисунок. Именно по этой причине, что он имеет смысл. То есть этот орнамент, он несет, так скажем, это некая
текст предложения. Угу. Вот. И поэтому, собственно, у каждого народа, практически у каждого, женщина покрывала голову. А расскажите о платках, которые вы принесли. Мы принесли несколько видов платков, чтобы просто показать, какие они бывают. Угу. Вот, например, вот эти вот с яркими узорами, это павлопосадские платки. Вот среди них есть вот такие вот палантины. Палантин – это такой длинный шарф, прямоугольный. Угу. Есть платки традиционные, четырехугольные, вот такие, с кистями. Знакомый. Вот, то есть сейчас это достаточно популярно, и у нас в Самаре есть магазины, в которых можно купить, и выбор достаточно широк. И есть вот такие платки. Такие платки бывают из кашемира, бывают из ХБ ткани, бывают разных видов, разных расцветов. Вот на Александре такой платок, например, они из Непала привозятся, из Индии. Есть разные варианты для того, чтобы комбинировать их с разными нарядами. Вот, мы можем, в принципе, вам что-то показать. Да, давайте каким перейдем, образом, наверное, каким образом это может выглядеть, да. Ну вот, если женщина хочет как-то себя украсить, а головной убор, он делает образ завершенным, то ей для этого понадобится не более нескольких секунд, если у нее есть опыт уже некоторый. Я сейчас на себе покажу, как сделать легко, каким способом, достаточно простым. Так вот я покрываю платок поверх нижнего платка, но это не обязательно совершенно. Вот, сзади можно его зафиксировать, либо завязать на узел, но я сейчас этого не буду делать. Вот этот свободный конец можно вот так свернуть. Как косу. Если у вас несколько платков, можно прямо в прямом смысле заплести косу из них. И вот так вот это укладывается на голове в качестве короны. Получается, что женщина уже коронована, она себя ощущает королевой. Когда на тебе такой головной убор, тебе уже сложно сидеть ногу за ногу, расставив ноги на картах, говорить непонятные, невнятные вещи. То есть платок дисциплинирует вообще-то, он обязывает к действию. Он дисциплинирует, он обязывает вести себя нравственно, вести себя уважительно к миру другого человека, к другим людям, к мужчинам в первую очередь. И быть в ладу с самой собой. Вот для нас начался такой путь от внешнего к внутреннему, когда мы стали так платками защищаться от внешних каких-то воздействий и стали работать над собой, и жизнь наша, в общем, чудесным образом изменилась. Давайте проявим уважение к нашей постоянной рубрике «Опрос про Сони», а потом продолжим разговор. А косу, в смысле, волосы или... Почему некоторые носят? Наверное, неудобно и непрактично. Потому что мы, наверное, утратили те традиции и ценности, которые были раньше. Я ношу. Они не знают, зачем ее носили старые русские женщины. Уже стерлись такие стереотипы. Это неудобно. А на это уходит очень много времени. Современные девушки не носят косу до пояса, я думаю, в связи с непрактичностью. Потому что это неудобно. Мечта всех девушек – носить длинную косу до пояса, иметь красивые густые волосы. Но, к сожалению, природа не всех одаривает таким богатством. Кто сказал, что не носит? Еще недавно у меня такая была. Все зависит от того, как вам удобнее. Люди, они как-то любят, они все по моде ходят, и ни у кого уже нету там. А что, если тебе длинную косу? Носит. Просто убирает ее, потому что не очень удобно в современной жизни. Длинные волосы, они обязывают человека. Сейчас гораздо проще отрезать волосы. Их утром встал, причесался и пошел. Не хотят, наверное, не знаю. Хотя было бы интересно. Продолжим наш платочный разговор. Мастер-класс. Мастер-класс, да. Да, я вот показала, как сделать такой более легкий вариант. Я имею в виду, его можно и летом носить. А вот если мы будем использовать павлопосадские платки нашей известной павлопосадской мануфактуры, да, такие яркие, красочные, нужно забывать, что они содержат в большом количестве шерсть. Обычно это 80-90%, они очень теплые. И таким образом их можно носить зимой под шубу, под дубленку и под любую куртку. Это будет, ну, образ делает ярче, разнообразит варианты. Я вот сейчас покажу, как можно завязывать квадратный платок на голове. Вот мы его сложили, получился треугольник. Ну, самый такой распространенный вариант, да, как у нас обычно Аленушки так вот ходят в русских сказках или Снегурочки. Это вот такой, обычно. Да, вот такой вот вариант. То есть мы таким образом закрываем и ушки, и шею. Но в таком случае, если у вас нет нижнего платка, ветер может задувать.
Каким образом сделать, чтобы ветер не задувал, имея только один платок? Угу. Сейчас я вам покажу, как это можно сделать. Нужно вот так надеть платок. Вот так вот его на лоб немножечко. Угу. И сзади его нужно заколоть булавочкой. Обычно предусмотрительно приготовили булавку. Это очень просто, совершенно безопасно. Нужно только аккуратно это делать. А потом все то же самое, да? Почти. Потом вот из этой части платка делаете такой капюшончик. Вот так вот. Так. Эти концы сюда. Таким образом у вас получаются закрытые ушки. Сюда ничего не продувает. Здесь получается двойной слой. И вот здесь уже этот платок можно комбинировать. Юль, ну это получается настоящая зимняя шапка, да? Такой зимний головной убор. Да, причем... вы знаете, это очень тепло. Это совершенно не продувает ничего. Мы в мороз обычно гуляем много и работаем иногда на улице. И никогда не возникает никаких проблем. То есть голова всегда в тепле. Вот. Это очень хорошо смотрится смехом. Очень красиво, изысканно. Очень часто у женщин возникает вопрос, ну какую же шапку купить под шубу? Лучше платка, сложно придумать наряд. Ну и наш третий лот в нашей мастер-классе. Есть еще вот палантин, тоже с рисунком, похожий на Павла Посадский. Вот. Его тоже также можно на голове красиво расположить, чтобы он был и красивый, и яркий, и в то же время теплый. Этот платок тоже содержит шерсть. То есть очень красивый узор. Теплый, да. То есть его тоже так вот мы надеваем, закалываем булавочкой сзади. Булавка оказалась следующей нашей программы, видимо, будет о булавках, потому что это очень важный элемент. Да, у платочницы это очень важный элемент. Вот, потом мы вот это вот все здесь аккуратненько так вот комбинируем. И вот этот вот. Так, так. Вот этот вот шарфик такой, да? Мы вот сюда, на шею. А чтобы мы вас слышали, пожалуйста, микрофон. Не заворачивать, да? То есть мы, заворачиваем его вокруг шеи и сюда выводим конец. Таким образом у нас есть и шапочка, и шарфик. И это очень тоже хорошо сочетается с верхней одеждой. Поняла. Ну, мне более понятен был, конечно, первый способ повязывания платка, потому что он очень быстрый. Ну, приходите к нам на мастер-класс, мы вас научим в подробностях завязывать платок более чем 20 способами. Ничего себе! На самом деле их намного больше, это самые простые, которые мы используем ежедневно. Платки можно комбинировать между собой, делать на голове головные уборы из нескольких видов платков, и это все смотрится очень целостно. Куда приходить на мастер-класс, расскажите? Мастер-класс у нас будет проходить в Самаре, в Тольятти. Мы проводим такие мастер-классы ежедневно. Для того, чтобы узнать место проведения, нужно связаться с нами лично. Вот так вот. Ну, мы вас запомнили. Мы обязательно Юлия и Александр сегодня были в нашей студии и рассказали нам массу всего интересного. Спасибо вам, отличного дня. Спасибо вам. Всего доброго. Ну что, вот хорошо в сюжетах Елены Шишкиной, не надо никуда идти, надевать шапку, утепляться. Просто Елена сама приходит и все нам рассказывает. Именные фестивали в таких городах, как Самара, уникальная возможность увидеть сразу несколько знаменитых артистов самого высокого уровня на сцене родного театра. Фестиваль имени Аллы Шелест из их числа. Не только в поколении Шелест, Улановой и других были вот такие грандиозные звезды. Я думаю, что и в наше время они есть. Но вот фестиваль тем и приятен, и радостен, что он дает возможность познакомиться с новыми, открыть новыми артистами, открыть эти имена и собрать их за неделю вот в одном городе, конечно, очень здорово. В этом году программа фестиваля включает 2 гала-концерта и 5 балетных спектаклей. Открылся фестиваль премьера юбилейного 85-го театрального сезона «Гран-па» из балета «Пахита Минкуса». А вот спектакль «Баядерка» для дирижера Антона Данилова во многом знаковый. За участие в новосибирской версии музыкант удостоился высшей театральной премии «Золотая маска». А 4 года назад осуществил музыкальную постановку бессмертного балета и в Самаре, выбрав версию близкую классической. Ну, естественно, что новые исполнители, они вдыхают новую жизнь, новые эмоции. И я тоже в музыкальную часть привнес какие-то свои краски, которые мне показались важными. Но, естественно, что уже во многом хореография классическая требует определенного подхода к темпам. И в этих рамках как раз очень трудно быть как бы вдохновенным и в то же время удобным для исполнения с балетом.
Мне кажется, что мы находим эту золотую середину. За главную партию спектакля станцевала прима Санкт-Петербургского Михайловского театра Екатерина Борченко. Это, наверное, один из любимых моих балетов, потому что эта партия драматическая, также очень много техники, очень красивые дуэты с партнером, и всегда танцуешь балет с большим удовольствием. Всегда очень вдохновляет. Музыка очень красивая. Едва завершился фестиваль, как в театре задумались над программой следующего, чтобы звездная афиша столь любимого самарцами балетного праздника сияла именами все ярче. Елена Шишкина, Сергей Костин. Утро губернии. Друзья, держите ноги в тепле, а голову тоже в тепле. Ну а с вами сегодня примеряли шапки Женя Плотников и Саша Байдачный. Хорошего вам дня. Ну вот все-таки мне интересно, Саш, как же мне косичку ту самую отрастить? Может быть, каким-нибудь, ну, перцем, что ли, голову намазать? Жень, так ты лишишься всех волос, будешь лысым, но модным. И замерзшим буду. А у нас осень. Спортивная. В фитнес-клубе «Спортзавод» отличное предложение. 3 месяца фитнеса от 3900 рублей. Узнай подробности акции прямо сейчас. 2703-777. Фитнес-клуб «Спортзавод». Новосадовая, 106.